Итак, всем привет, с вами я. Спасибо то, что у вас было. Вы на канале моем сделали 80 подписчиков. Короче, начинаем. Огромная вам благодарность за это. Вообще, кто виноват в аварии? Ах ты ж! Кто вообще виноват в аварии с соседом? С Васильевичем нашим. Ну, во-первых, вот этот грузчик. Он, как обычно, медленно, спокойно едет к себе на работу. Там выезжает. Выезжает он, получается, едет. Вдруг он стоит на парковочное место. За парковочное место. Тем временем наш сосед. Вот он, как обычно, ехал, шишел с работы. Работу он ехал. И переехал. Во-первых, наш Васильевич, он настолько глупый, то что он решил, он приехал с работы, чтобы довести на работу свою жену. Он имеется с ней только по выходным. Выезжает. Он выезжает. Но что же с ним стало? После того, как он... Это теория, кстати. После того, как он врезался в столб, его занесло. Его заносило. Но в один прекрасный момент. Так вот, наш Васильевич стоял на светофоре. Он всех обогнал. Но ему пора ехать. Он гнал. Тем временем грузовик спокойно стоял на своем нужном, причем нужном месте. И... Такая есть у нас теория. Что по мужчинам? Так как у нас сейчас стоял джип и Мазда, мы будем их называть джип и Мазда. Джип, ты куда идешь? Джип, вот джип. Он куда-то идет, он так себе выглядит. Не поломан. А вот Мазда вся переломана. Только не джип. Но морда у нее уцелела, хотя она туда и врезалась. Джип. Вот так, ладно. Короче, всем удачи и всем пока-пока. Всем спасибо за то, что сделали мне на канале 80 подписчиков. Огромное. Причем. Пока-пока.